А сейчас к резонансной теме. Наш следующий материал мы подготовили по многочисленным просьбам телезрителей, которым стало известно, что все владельцы газифицированных квартир должны перезаключить договор с газоснабжающей организацией до 31 декабря этого года. В последнее время в «Газпром» газораспределение «Тверь» образовались большие очереди из желающих перезаключить договор. Какие документы нужны? Почему сроки такие сжатые? Что будет, если проигнорировать процедуру? Об этом в нашем следующем материале. Сейчас у специалистов газораспределительной компании напряженная пора. Каждый день они принимают десятки заявок на переоформление договоров на обслуживание газового оборудования. Причина – поправки в федеральный закон, которые вступили в силу с 1 сентября. ТСЖ сказала, вот только что председателю звонили, он сказал, пожалуйста, в индивидуальном порядке. Да. Вот, каждый должен сам. Какой первый год? С 1 сентября поток граждан в наши клиентские центры, конечно же, увеличился. Все хотят успеть до Нового года, многие хотят успеть до новогодней суеты, поэтому обращаются очень активно именно сейчас, вот последние 3 недели. Суть поправки в федеральный закон – ужесточение контроля за техническим обслуживанием оборудования. Раньше этим могли заниматься разные компании. Одну нанимала УК, другую выбирал собственник жилья. Теперь это должна быть одна организация. В нашем регионе это «Газпром» газораспределение «Тверь». Договор на внутридомовое газовое оборудование заключается с соответствующей управляющей компанией, ТСЖ, ЖСК, которая обслуживает дом. Договор на внутриквартирное газовое оборудование заключается или собственником непосредственно со специализированной организацией, но может быть заключен и лицом иным от имени всех собственников в таком многоквартирном доме. Но в этом случае для реализации такого способа заключения договора необходимо решение общего собрания собственников помещений. При отсутствии такого решения самостоятельно. Переоформить договор можно, придя в клиентский офис компании. Или более быстрым способом через личный кабинет на сайте «Газпром газораспределение Тверь». Раздел «Личный кабинет клиента». Там вы можете заключить договор на техническое обслуживание, дистанционно подтвердив свою подпись кодом из СМС-сообщения. Там будет готов договор для скачивания, для ознакомления. То есть это не выходя из дома можно сделать. Прежние договоры перестанут действовать 1 января следующего года. Поэтому в случае неперезаключения договора исключительной мерой может стать отключение потребителя от газа. Правила пользования газом предоставляют возможность специализированной организации приостановить подачу газа при отсутствии договоров на внутриквартирное газовое оборудование и в том числе на внутридомовое газовое оборудование. Но я думаю, что до этого не дойдет. Для заключения договора необходим паспорт и правоустанавливающий документ. Это может быть выписка из ЕГРН, свидетельство о регистрации права. Если квартира находится в социальном найме, то договор или ордер о соцнайме.